Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами прекрасно знаем, что в реабилитации у нас уж не так много действенных способов, которыми мы можем воздействовать на наших пациентов. И одним из этих пунктов является, конечно, нутритивная поддержка. Надо сказать, что питательная поддержка сопровождает больного на всем протяжении при лечении противозлокачественного новообразования. Мы занимаемся этим и перед проведением противоопухолевой терапии, и во время нее, и потом, когда пациент заканчивает лечение, или же когда наступает тот, в общем-то, нехороший период, когда мы говорим только о паллиативной помощи. Распространенность нутритивной недостаточности среди онкологических больных крайне велика. И, конечно, в большей степени этому подвержены пациенты с поражением желудочно-кишечного тракта и в меньшей степени другие больные. Известно, что по крайней мере у 20% пациентов именно кахексия является причиной смерти. Причем замечено, что во время проведения противоопухолевого лечения, потери веса только усиливаются и остановить их крайне тяжело. Это, конечно, отрицательно влияет на результаты лечения, почему мы так бьемся, говорим о нутритивной поддержке. У истощенного больного выше риск и тяжесть послеоперационных осложнений, инфекционных и неинфекционных, что, конечно же, снижает эффективность хирургического лечения, увеличивает риск повторной госпитализации и удлиняет пребывание пациента в стационаре. Отрицательное истощение влияет и на результаты химиолучевой терапии. Как правило, таким больным не удается соблюсти режим химиолучевой терапии, что в конечном счете влияет на выживание. Таким образом, можно заключить, что истощение, запущенное опухолью, в конечном счете влияет на выживаемость наших больных. Наша задача как можно раньше это обнаружить и как можно раньше вмешаться. Для этого, безусловно, необходим скрининг. Есть различные программы по выявлению биологической недостаточности у онкологического больного. Много они занимают на большое время. Но есть и предпоследственные оценки. Когда мы видим, что у пациента большая потеря массы тела за короткий срок, о которой он не знал и специально не худел, когда у пациента низкая калорийность питательного рациона или он достаточно истощен, у него низкий индекс массы тела, мы, конечно, сразу с вами должны думать о наличии у пациента синдрома и доказательством этому, ну, обычно на поздних стадиях, бывают биохимические показатели. Снижение альбумина, снижение общего белка и повышение С-реактивного белка. Начинать, конечно, нужно заранее, нужно готовить больного, потому что в ответ на системное повреждение развивается универсальный метаболический ответ. И если первую фазу, так называемую ЭД-фазу, мы с вами практически не видим, это удел реаниматологов, то последующие 3 недели, когда увеличивается скорость метаболических процессов, мы наблюдаем с вами воочию. В это время резко повышается количество гормонов метаболизма, снижается число, снижается концентрация и выработка анаболических гормонов. Это ведет к повышению продукции эндогенной глюкозы, снижению чувствительности тканей к инсулину, подавляет утилизацию азота, и заканчивается это все тем, что нарастает саркопения, нарастает дистрофия мышечной ткани. Страдают все мышцы, в том числе и дыхательная мускулатура. А в раннем послеоперационном периоде можно, снижение объема массы и толщины дыхательной мускулатуры может быть колоссальным. Оно доходит практически в половину, может, например, уменьшиться масса диафрагмы, что в свою очередь снижает силу дыхательной мускулатуры и влияет уже на развитие легочных послеоперационных осложнений. Питательный статус у таких больных очень скомпрометирован. Это все опасно, потому что грозит развитием, в частности, кишечной недостаточности, которая сопровождается бактериальной транслокацией и развитием септических осложнений. Именно поэтому во всех сегодняшних современных рекомендациях типа Fast-Track Rehabilitation или RAS-протоколов на первое место идет ранняя мобилизация пациентов с первых и вторых послеоперационных суток. И такое
такое же раннее начало центрального питания, которое предлагается начинать уже первые 24 часа. И эффективность этого доказана. Эти постулаты выполняются в клиниках нашей страны и дают хорошие результаты. Что касается доказательной базы, то она, конечно, велика и поддерживает эти тенденции. Показано, что периоперативная нутритивная поддержка достоверно снижает число осложнений в раннем послеоперационном периоде. Конечно, мы можем говорить о том, что наши больные не любят энтеральное питание, не хотят его принимать, и причин для этого очень много, потому что неоадъювантная химиотерапия, в частности, приводит к извращению вкуса, к извращению обоняния, к развитию трофических изменений на протяжении желудочно-кишечного тракта. Все это, безусловно, влияет на желание больного питаться и, в частности, принимать энтеральные смеси. Но достойная мотивация и объяснение причин, зачем это нужно, помогает нашим больным мобилизоваться и принимать уже энтеральное питание как лекарство. А в настоящее время в предоперационном периоде рекомендуется использовать высокобелковые, высокоэнергетические препараты, желательно с большим содержанием омега-3 жирных кислот, типа аспартама, или если у пациента есть какие-либо нарушения со стороны кишечника, каких-то энтероколитов, тогда выбор большой, и на сегодняшний день подобрать для нашего больного именно то, что ему подходит, то, что ему нравится по вкусу и запаху, конечно же, можно. Конечно, мы должны обращать особое внимание и на функциональное состояние больного, в частности, на проведение лечебной физкультуры на периоде во время предреабилитации. Доказано, что больные, которые получали этот вид реабилитации, лучше переносят ранний послеоперационный период, быстрее из него выходят и имеют меньшее количество послеоперационных осложнений. Они в раннем послеоперационном периоде гораздо быстрее восстанавливаются и возвращаются в социум и к своей привычной жизни в этом мире. Надо сказать, что таких работ, которые посвящены сочетанию лечебной физкультуры и дополнительного питания, достаточно много в западной прессе. Вот одна из них цитируется здесь. В этой работе изучалась эффективность предреабилитации и ее влияние на функциональный статус онкологических пациентов, которые перенесли резекцию пищевода и желудка. В это исследование были включены... было рандомизированное исследование, которое, в общем-то, имело простой дизайн, сравнение двух групп, группа, которая получала лечебную физкультуру и с оптимизацией питания, и, собственно, контрольная группа. Методы, которые использовались в этой работе, включали оценку изменений функциональной способности, использовался тест 6-минутной ходьбы, а также... Эти данные сравнивались между группами. Врач ЛФК назначал индивидуальную программу тренировок на дому. Для этого не нужно было лежать в больнице или приезжать туда постоянно. И достаточно простая была эта программа, та же самая, которую мы с вами используем повседневно. Помимо этого, пациенты вели пищевой дневник, записывали все данные продуктов, которые они употребляли в пищу за 2 будних дня и 1 выходной день. Далее этим пациентам давались рекомендации по диете. 1,2 грамма белка от 1,2 до 1,5 грамм на килограмм идеальной массы тела и достаточная калорийность 25-30 килокалорий. Что получилось? Получилось, что те пациенты, которые получали эту программу предреабилитации, были намного функциональнее, выносливее, чем больные из контрольной группы, которые такой программы не получали. У них было меньшее количество осложнений в послеоперационном периоде, и они легче выходили из этого периода. Что же касается... программы назначения дополнительного питания,
то если мы можем, мы всегда пользуемся энтеральным путем. Если же энтеральное питание невозможно, то тогда приходится назначать больным парентеральное питание. Оно может быть как дополнительным, когда пациент не добирает с обычной пищей или с энтеральными смесями достаточное количество белка и калорий. В этом случае, конечно, лучше использовать современные трехкомпонентные мешки с добавлением омега-3 жирных кислот и омега-9 жирных кислот, то есть оливкового масла и рыбьего жира. И оно может быть и полным парентеральным питанием, когда пациент полностью находится полностью обеспечивается внутривенным введением энергетического и пластического материала. Отдельно хочу остановиться на омега-3 жирных кислотах. Да, о них много говорят, но они действительно работают, потому что показано, что добавление омега-3 жирных кислот положительно влияет на состояние больного, способствует наращиванию мышечной массы, увеличению выносливости, улучшению иммунной функции и уменьшению проявления токсичности химиотерапии. Эффективность омега-3 жирных кислот, в частности эйкозапантаеновой кислоты, реализуется за счет двух механизмов. С одной стороны, замедляется процесс распада мышечной ткани, с другой – увеличивается синтез мышечного белка. Под воздействием эйкозапантаеновой кислоты снижается продукция интерлейкина-6, фактора некроза опухоли альфа, замедляется синтез белков острой фазы, повышается чувствительность мышц к инсулину. Надо сказать, что омега-3 жирные кислоты являются предшественниками антивоспалительных тромбоксанов или катриенов, бронхорелаксирующих простагландинов, и они доказали свою эффективность при использовании их у хирургических больных, у больных в стабильно критическом состоянии и у больных с усиленной или ослабленной воспалительной реакцией. Они очень быстро встраиваются в слизистую оболочку и мышечный слой, например, толстой кишки. И уже через неделю использования их концентрация в клетках значительно повышается, поэтому их работа начинается очень быстро. Кроме того, их переоперативное использование омега-3 жирных кислот доказано снижает количество инфекционных осложнений и общее количество послеоперационных осложнений у больных в абдоминальной онкохирургии. Когда пациент уже, можно сказать, готов выписаться, то мы должны дать ему простые рекомендации по питанию и физической активности. Идеально, если такой больной будет консультироваться у диетолога, работающего в онкологическом центре или в онкологическом диспансере. Такой врач, консультирующий больного онкологического, знает особенности и опухолевой патологии, и, собственно, той патологии, которая есть у данного больного. Если же такой возможности нет, то все равно нужно рекомендовать отправиться к обычному диетологу или гастроэнтерологу и, конечно, рекомендовать больному хотя бы простые амбулаторные занятия лечебной физкультурой, которые указаны в различных рекомендациях. Если обращать внимание на то, как должен питаться наш пациент, то рекомендации из года в год, в общем-то, повторяются, вот уже с 2017 года, в значимой динамике, в калорийности и в рекомендациях по белковому обеспечению практически не наблюдается. 25-30 килокалорий, целевое значение белка 1,5 грамма на килограмм в день, причем в рекомендациях не указано, что это идеальная масса тела, хотя в статьях вот это проскакивает. Такое количество белка подбирается на идеальную массу тела. Конечно же, предлагается уменьшить количество углеводов, особенно у пациентов за счет жиров, и особенно у тех больных, у которых снижена толерантность к глюкозе. Безусловно, нашим пациентам даже в рекомендациях по питанию для онкологических больных рекомендуется физическая нагрузка, потому что именно она помогает лучше себя чувствовать и, собственно, и лучше усваиваться тем питательным веществам, которые пациент получает с пищей. Таким образом, мы знаем, что программа реабилитации многокомпонентна.
Конечно, нужны разные специалисты, и на всех этапах мы должны задумываться о том, какое количество и какой вид дополнительного питания мы используем у своих больных, что и помогает нам легче справляться с поставленными задачами. Спасибо за внимание.